тело. Наш, один из самых наших стрессоустойчивых сортов. Показывает просто сумасшедшую стрессоустойчивость, жароустойчивость, очень мощный лист. То есть это позволяет самую большую жару себя качественно охлаждать, корнеплод и не останавливаться в росте. Хорошее результаты на орошении, но в центральной Украине практически везде растет без орошения и дает очень хорошие результаты. Тип Детройта, это более свекла, в районе вегетации в районе 120 дней. Очень сладкий, я не знаю, видели вы в супермаркетах, была в прошлом году вакуумированные упаковки, сваренная. Чудовая марка делала. Да, чудовая марка, это все, вся продукция, это была Акела. Очень насыщенная внутренняя структура, тоже идет как для механической уборки, дальше можно в фотографии тоже посмотреть, фотографии тоже с полей. Ну, пример по, ну, по югу только Акела, это однозначно он жару держит лучше всех. Ну, пример компании S-Rostock, мы слышали, она в Николаевской области, плюс Тачанка, это тоже их хозяйство в обрывках. Плюс тут у них там поля еще, капуста есть уже прямо тут возле Малокаховки. Значит, у них порядка 100 гектаров свеклы, вся Акела, вся до их. То есть это, ну, универсальный гибрид в плане, он технологический, также с другой стороны можно выращивать в любых, там, скажем так, при любом уровне технологии. Жара, ну, для Юга, я говорю, это единственное решение, ну, по крайней мере, с нашего ассортимента. Причем качество не теряет, нет даже такой реакции на влагу, когда часто бывает недостаток влаги, он начинает тянуться. Чуть тянется, ищет влагу, чуть удлиненный как бы сам корень и корнеплод немного тянется, то есть он держит форму, шар. Тот же вариант, как вы говорили, аджентан, если вы не уверены, что клиент там будет 100% вода, там хорошее удобрение, его можно свободно тоже рекомендовать, он будет расти как клиент. Как дурный. Ну, вот смотрите, там изменилась структура, очень насыщенный цвет. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.